Хорошо говорили предки, жизнь прожить, не поле перейти. И со здоровьем, конечно, конечно, рано или поздно бывают проблемы. И кроме здоровья, бывает нужда, бывает разные отношения к нам наших близких, не всегда справедливые и не только добрые. Много что может в этой жизни быть. Проблема, вот человек работает, вдруг резкое сокращение, как эта организация закрывается, люди остались, скажем, без средств существования, а там очень модные сейчас кредиты, ипотеки, долги. Не уж не говорим каких-то других, смерть близких людей. Какой-то несчастный случай, так называемый, в разных формах. Что угодно может быть. Мы знаем, что это не избежать. В этом мире греха, растления, неправда, не будет все ровно, гладко. Поэтому к этому же готовы всегда. Православные как готовы? Мы просто знаем правду. Мне вот нравится еще одна поговорка. Говорят так. Наш Создатель, Он наш Небесный Отец. Поэтому никто себя сиротой да не называет. Ну нет сирот. Вот я сиротел. Да нет, Отец-то Небесный есть, значит, я не сирота. Сирот, значит, вообще, в полном смысле слова, не существует. Ведь наш Бог Отец для каждого. Он источник нашей жизни, Он наша надежда, Он наша опора. Любое испытание жесткое, трудное, тяжелое с Богом Господь не попустит креста выше сил. Мы это знаем. И при этом очень важный момент. Вот эти проблемы, чаще всего, как мы уже сказали, все-таки в 99 случаях из 100, исцеляется образ жизни в грехе. Поэтому всегда нужно посмотреть еще вот в эту сторону. Почему мне это произошло? Что я делаю не так в жизни? В чем мне себя нужно справлять? И тут же опять, Господи, вразуми, Господи, разверни, Господи, помоги. Поэтому и зло во благо уже перевести, научиться на чем-то. Умные люди учатся на ошибках и делают из этого правильные выводы. Поэтому надеюсь на Господа, на Его милость и любовь, проходим все испытания, да еще выносим из них уроки, в чем себя исправлять. Думаю, вот так будет.